Всем привет, с вами Вадим Кинолов, аэропорт Борисполь, 28 августа, без малого час ночи. Людей реально много, мы сами не ожидали, то есть смотрите, как правило, вот эта сторона всегда была полупустая, сейчас очень много людей, не знаю, с чем это связано. Но количество большое. При входе в аэропорт запускали так. Раньше проходил контрольный пункт был. Сейчас его нету. Не знаю, с чем это связано. На подъезде очередь машин была и довольно такая немалая, но нам повезло, проехали очень быстро. Ну вот, смотрим количество людей. И та сторона, то есть повторю, 28 августа, время без 15 час. То есть вот количество людей. Смотрим. Посмотрим, что еще внутри. С вами в эфире Вадим Кинолов. Подписывайся, будет интересно. Едем в Марса-Алам, в Калимеру. Посмотрим, что за курорт. Буду держать вас в курсе. Спасибо за внимание. Вадим Кинолов. До встречи в эфире.